«Золотой петушок» — обычный типовой детский сад, затерявшийся в обычном типовом микрорайоне. 4 года назад пришли сюда новые люди, и веселее зазвучали детские голоса. Ребятки, а очередь у нас живая, двигайтесь. Катенька, это ты кто такая? Лиса. Лиса, Алиса пришла. Ну-ка, как Алиса прыгает? Я Катя, птичка. Птичка Катя, которая у нас в клетке, что сидит? Ну, как ты летать умеешь? О, как наша Катя прыгает. А ты кто? Буря. А я кошка. Кто? Буря. Буря? А я волк. Дрессированный. А я волк. Волк пришел из зоопарка. Ну-ка, прыгай скорее. Хороший волк, дрессированный. Ой, а ты кто ж такая, белочка? Да. Анечка, а ты кто? Ой, молодец, я хорошо. Медведь. Медвежонок пришел. Ну-ка, вот как хорошо прыгать, медвежонок. Михайловна Крементьева, педагог-логопед по образованию, никогда не думала о карьере руководителя, но, приняв порядком обветшавшее здание после вереницы сменившихся заведующих, с энтузиазмом принялась за работу. Ремонт, поиск шефов, недовольство старых кадров новыми требованиями, бесчисленные проверки Горано. Да и родители не все сразу смирились с тем, например, что их 3-летние чада стали дома за обедом требовать ножи и салфетки. Теперь уже есть солидные, заботливые, чуткие шефы, один из коллективов объединения «Саратов Автотранс». Благодаря их помощи не только стало разнообразнее и сытнее меню и наряднее интерьер. Появилась возможность пригласить в штат психолога, врача, художника, методиста по физкультуре. Коллектив был иной здесь, и многие не выдержали требований, хотя требования очень просты. Вкусная манная каша, хорошая музыка, веселье, интеллект. Сейчас в коллективе уже единомышленники, но такого не было сразу. То есть коллектив устанавливается 5 лет. И вот сейчас 4-й год, я могу сказать твердо, что коллектив инициативный, творческий, грамотный, профессиональный, что самое главное. Ребята! Сегодня я вас пригласила в зал, чтобы послушать удивительно прекрасную музыку Петра Ильича Чайковского. Музыку к балету «Лебединое озеро». Балет – это сказочное представление, в котором содержание передается без слов, только музыкой и танцами. В старинном замке идет праздник. Праздник по случаю дня рождения принца Зигфрида. Гости веселятся, танцуют. В программе все это называется довольно скучными словами. Комплексное тематическое занятие. Но спросите у своих детей, как у них в группе проходят такие занятия. А здесь рисовать учит не воспитатель, а настоящий художник.
Можно ли сказать, что вы работаете по программе, которая утверждена для всех детских садов, лишь незначительно изменяя ее, или принципиальные какие-то изменения? Знаете, из той программы оставлены только задачи. Все остальное разработано моим коллективом. Против чего вы встаете в программе? Вы знаете, очень казенная и очень закомплексованная программа. Ведь возьмите американцев, у них 16 и более программ, и есть возможность заведующей выбирать, по какому пути пойдет ее детский сад, как будет работать, с таким уклоном или с другим уклоном. У нас же все сады должны работать трафаретно, стандартно, один подражая другому. То есть портреты должны все висеть на одном уровне, растения должны соответствовать возрасту. И вот такой примитивизм создал бурю в душе, и мы оттолкнулись от этого, и ушли далеко в дебри, но потом потихонечку все расставили на полочки и поняли, что результат у нас хороший, что мы идем, наверное, по правильному пути. Не только в красивых декорациях проходят занятия. Они максимально приближены к реальной действительности. Вот так, например, походом в овощной магазин может начаться математика. Ребят, сколько? А сколько у вас тут денег-то? Два. Вот, целый килограмм. А где наш мешочек, Катюшка? Я куда вас положу? Вот сюда, мешочек. Ну, вы Юле пускай понесет. Ну что, ребят, купили яблоки? Да. Магазин мы с вами сходили, давайте посчитаем яблоки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Всего 10 яблок, а нас с вами сколько? 21. А что нам нужно сделать, чтобы всем хватило? 21. Давайте попробуем разделить. Что нам нужно? Надо еще раз. Сколько тогда частей получится? 4. 4 части. Из одного яблока. Из одного. А, смотри, сколько гостей к нам уже пришли. Ой, сколько яблок. Сейчас всех угостим. Кому-кому мы в гости пришли. Ага. Не могут не увлечь детей такие занятия по родному языку, как это, когда в основе новая популярная телепрограмма «Поле чудес». После знакомства с работой детского сада на конференции внимание коллег привлекла не только необычная методика. Как воспитатель ползает на четвереньках рядом с ребенком, и как разувает он ножку, и тут же ножницы у него в руках, на полу. Почему нет стандартной нашей позы? Ноги вместе, руки на коленях, глаза смотрят на меня и слушают меня внимательно. Ведь от этого мы давно ушли. Ребенок полностью свободен и раскрепощен, хотя получает много информации.